Друзья, всем привет! Сегодня мы будем выводить следующую денежку в проекте Surf Earner. Рефералы очень быстро прибавляются. Скажу вам, что за 3 недели у меня личных 164 человека. И от рефералов сегодня накапало мне 42 рубля. Заходим в партнерскую программу, смотрим мою структуру, обновляю кабинет. Вот, смотрите, 164 человека – это лично приглашенных. И так как 10-уровневая партнерская программа, всего рефералов у меня 325. Нажимаем «Вывод средств». На балансе у меня 307 рублей. Будем выводить на Киви. Нажимаем «Киви». Вот история запросов. За 3 недели я вывела более 1125 рублей. Значит, выводим мы 300 рублей. Способ получения у нас Киви. ПИН. Заходим на почту. Сейчас я нажму паузу. Нажимаем «Выслать мой ПИН». И идем на почту. Должны прислать ПИН. Обновляем страничку. Если во входящих нет, заглядываем в папку «Спам». И ждем наш ПИН. Вот буквально сразу через 30 секунд он пришел. Копируем с почты вот эти циферки и вставляем в это окошко. «Вывести средства» нажимаем. Ваша заявка на вывод средств успешно отправлена. Ожидайте поступления средств на свой счет. Окей. Обновляем страничку. Вот и все. Пришла денежка мне на Киви сразу. Давайте зайдем в Киви кошелек. Вот смотрим, денежка пришла сию минуту. Вы слышали звук смс-сообщения. Вот 19 апреля 299 рублей 50 копеек мне вывелось. 50 копеек взяли комиссию. Конечно, мне комиссия нравится. Очень смешная комиссия. Совсем небольшая. Так что выводим денежки из Surf Earner на Киви. У меня есть карточка Киви, Visa. Я ее покупала за 150 рублей, платишь один раз, и потом расплачиваешься этой картой в сетевых магазинах. Вот, пожалуйста, покупка магазин «Магнит». Я сегодня была в магазине, на 480 рублей у меня была покупка. Я не вывожу деньги с карты наличными, не снимаю их в банкомате, а расплачиваюсь прям сразу карточкой. Очень удобно. Поэтому выводим Surf Earner на Киви и расплачиваемся. Хотите, можете прямо сейчас пойти в магазин и заплатить за свою покупочку. Так что я думаю, что не надо терять времени даром. И кто говорит, что нельзя заработать без вложений, все можно. Было бы ваше желание, а мы вам поможем. Кто-то усмехался, что на расширении нельзя заработать никаких денег. Вот, пожалуйста. За сегодня 42 рубля. Конечно, немного, но это на полном пассиве. Абсолютно ничего не делая. Так что ссылочка будет внизу. Также страница ВКонтакте и мой скайп. Кому интересно, милости просим. Всем пока.